Здравствуйте, сегодня у нас Peugeot Expert 99 года в пассажире. Вот стал так тут посмотреть его. Итак, есть паркоп. Проверяют соседи автомобиль, не дымит ли. Так, сегодня не о том, сегодня мы о Peugeot Expert. Итак, посмотрим на состояние салона. Итак, вот. Такой вот автомобиль. Хорошо, очень удобно в этих автомобилях. Ровный пол, когда есть дети, можно спокойно перемещаться по салону. Вот мягкие сиденья велюровые, не перешитые этим синтетикой, будет удобно на них и приятно проводить время в пути. Также сзади стоит диванчик. Вот посмотрим. Пол, если надо, сиденье очень легко снимается. Вот есть 4 болта. Вы себе легко раз, два, либо задние, либо средние сняли. Стоят шторки, уже видите, спереди, сзади. Наконец-то научились делать. Так что такой вот автомобиль. Пол автомобиля. Как говорят, обращай внимание на детали. Смотрите. Также панель. Вот смотрите, резина. Такой вот автомобильчик у нас. Номер владельца будет внизу в описании, так что звоните напрямую, спрашивайте, подъезжайте. Каждый автомобиль, вы же понимаете, нужно смотреть не только на рынке, нужно смотреть на дороге, нужно проверять, слушать, проехать, послушать, как работает коробка передач на всех передачах. Ну что, салон поставили хороший, это однозначно. Вот видите, вот ручник. И гамбургеры, и булочки. Так, что тут у нас пробег стоит. Мне кажется, в таких автомобилях главное состояние. Так что звоните напрямую, спрашивайте, интересуйтесь.